Приветствую вас, друзья, мы продолжаем играть в Terra Touch Worlds. И в прошлом видосике я наконец-таки посетил этот злонесчастный зимний биом. Осознал, что там он просто дикий и опасный, там противники злые, условия нереальные, растения просто сумасшедшие. Короче, друзья, мы сегодня поедем покорять этот гребаный зимний биом. Беспощадный, короче, биом, но прежде нужно собраться, вооружиться и настроиться. Короче, смотрите, во-первых, отдельный респект Сереге, спасибо за то, что мне помогает с ресурсами, да и, в принципе, рейди пиратов. Ну, в смысле, не пиратов, а этих противников. Плевать, короче, будем называть их пиратами. В общем, мы съездили снова в этот зимний биом, ну, там по краешку поездили, и я нашел там новые ресурсы и вот такие вот колесики. Дело в том, что там есть лед, и на обычных внедорожных шинах ездить там просто нереально. Вот, где тут у нас обычные? Да где? Вот они. Вот внедорожное колесо, там, ну, просто нереально ездить, оно скользит, буксует, и уехать от противника или какого-то животного, растения, в принципе, нереально. Ну, от плевка его, или еще чего-нибудь. А, в общем, я собрался духом, построил кабину инженера, смотрите, какие у нее параметры прикольные. Вот, она у нас, получается, раз, два, три, четыре блока занимает. А, немножко переделал технику, ну, естественно, построил ее с нуля, потому что тут рама уже понадобилась другая. Вот, рама у нас называется... А хер вас так называет, комода или росомаха. Где она? Вот она. Да, вот. Что ты будешь делать? Вон она. Не могу нащупать ее. Блин, рама, ты что, серьезно? А, росомаха называется рама. Так вот, что я еще нашел? Во-первых, да, по шанусике мы нашли обогреватель. Сейчас найду, может быть, вот она, импульсная печь. Это штука, которая создает купол, внутри которого относительно тепло, но, по крайней мере, в этих зимних условиях можно, в принципе, нормально проехаться и повоевать. А помимо всего, что мы еще нашли? Да, в принципе, вроде самое главное, вот это и нашли. Вот этот обогреватель, я воткнул два штуки. Один у меня спереди, другой сзади, потому что не хватает купола, чтобы охватить весь мой транспорт. А, ну вот, ну и что еще добавлю, что я еще нашел? Что-то я еще находил. А, нашел я большой контейнер. У меня как раз таки вот он, большой груз. И нашел еще большую батарейку, вот, она Т-образная, и, короче, она очень вместительная. То есть, если мы посмотрим, у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ячеек батарейки, вон они, индикация, короче. А если посмотрим по грузу, смотрите, какая у нас большая емкость. Охереть, друзья, это просто гигантское хранилище. Так вот, в принципе, я готов. Пушечки оставлю пока что эти, потому что против растения воевать турелью это нереально. Сейчас давайте я в склад S2 скину то, что мне нужно. Вот эта штука мне не нужна. На, разбираю вот это я. Это то, что я зарейдил вот тут поблизости. Стронцы немножко пособирал. Блин, друзья, фосфора не хватает катастрофически просто. Фосфор у нас добывается в диких растениях в болотном биоме. Так, это у меня все есть, поэтому скидываю. Это что, кстати? Комода, нет. Скидываю. Короче, вот это все разбираем. Даже угловой щит у меня тоже есть. Вот это тоже скидываю. Вот, пускай все это дело разбирается. Друзья, утилизатор это просто имбовая имба. С него столько ресурсов упадает, даже редкие. И смотри, вот эти пузырьки, вот эти вот даже, вот, которые очищенные, да? Серьезно, очищенный фосфор? Офигеть, вот это я... Нифига себе, вот, кстати, вот эти вот очищенные ресурсы забираем. У нас для этого есть отдельный склад. Давайте мы сейчас туда это все скинем. Да, кстати, в прошлом видосике только мы построили очиститель. Думали, когда что у нас тут никогда не будет наполняться, вот этот склад. А однако, фигушки, смотри, он уже потихонечку наполняется. Причем такими редкими ресурсами, так как фосфор. Тут есть стронцы 5 штук, офигеть. А честно, а можно сочищенно сделать переработанный? Потому что мне нужен как раз переработанный стронций. Или что там? Я просто планирую в дальнейшем, когда буду строить технику, построить либо краба, ну, кабину. А тут как раз таки очищенный стронций, да? Замечательно. Либо жнец. Друзья, вот если кто играл в эту игру, посоветуйте, пожалуйста, что лучше, жнец либо краб. Ну, у краба, смотрите, сзади получается, если посмотреть, 3. То есть он состоит из 3 блоков, нужно раму готовить по 3 блока. А у жнеца 4, или даже больше, ну-ка повернись. 1, 2, 3, да, 4. То есть это надо будет рассчитывать. Ну, мне самое интересное по характеристикам посмотреть. А, по строительству, в принципе, они одинаково строятся, что тут вольфрам, фосфор одинаковое количество. Вольфрам я собирал, медь есть. Что это было?
В смысле? Я ж телефон на беззвучный поставил. Ты проклятая, сука, бесишь меня телефон. Стронций есть. Медь есть, вольфрам есть, а осталось найти фосфор. С фосфором беда, друзья. Надо просто идти и гамачить вот эти все растения в болотном биоме. Давайте соберем потрошки, ресурсы и отправимся в зимний биом. А, собственно, что нам понадобится? Во-первых, да, я как сказал, что нам понадобится вот этот нагреватель, который крепится на корпус нашей техники. У меня есть два штуки. А для него нужно питание. Вот это топливо нагревателя. Топливо нагревателя у нас делается из, сука, редких ресурсов этого гребаного фосфора и что-то там еще. Но то, что еще, это фигня. А вот меня сама интересует, это фосфор. Так, тяжелые боеприпасы можно выкинуть. Единственное, что нужно сделать, запас гранат. Как раз таки, да. Запас гранат. О, да, у меня даже сделаны, замечательно. Вот это я люблю, когда все у меня готово. Гранаты есть. А, значит, обязательно мы с собой возьмем это, генератор, дробилку. Платформа, это чтобы там где-нибудь остановиться и собирать ресурсы с этих камней, с редких камней. Подумала все-таки насчет строительства вот этого блок-фабрикатора. Ну-ка, где? Нет, нет, блок-фабрикатор, мастерская вот этой штуки, регулятор холода. Мне сказали, он создает купол, внутри которого тепло. То есть мы можем, грубо говоря, какую-то там мини-базу замутить себе в этом зимнем биоме. Но эта штука жрет дохерища энергии. Вот вроде 70. Если не ошибаюсь, поправьте меня, если не так. Поэтому это тоже будет учитывать. Как минимум ставить два генератора. Вот. В принципе, не знаю. Я пока не хочу это делать. Я готов только исследовать сейчас этот остров. Остров. В смысле биом. Так, гранаты тогда мы взяли. Это замечательно. Давайте топливо нагревателя. Нагревателя топлива. Как раз таки вот фосфор нам уже переработанный и очищенный углерод. Очищенный углерод можно тут, в принципе, найти. Вот он, 24. 24. Я тут специально, вот один у меня, получается, фабрикатор делает потрошки, а другой фабрикатор делает у меня топливо, это нагреватель. Кстати, смотри, тут еще, тут тяжелые боеприпасы. Блин, вот это все надо позабирать. Повыкидывать. Значит, закидываем сюда этот углерод. И осталось найти нам фосфор. Офигеть, у меня два этих полных склада. Полных складов. Да, кстати, они полные практически вообще. Фосфор вообще катастрофа, друзья. Я просто не знаю, где его брать. Ну, в смысле, я знаю, где брать, но просто его так падло собирать. Блин, 6. Это вообще ни о чем. Это просто ни о чем. Тут у нас тоже ничего нету. Владика, закинем. Это сколько мы сделаем вот этих штук? Две штуки. Это получается 10 будет. Так, у нас утилизатор замолчал. Может быть, тут что-то у нас фосфорное есть. Да, один есть фосфор и все. Да, печалька. Смотри, даже необи тут у нас образовался. Вот, тогда мы выключаем этот сраный утилизатор. Посмотрим, что тут у нас еще может где-то валяется. Во-первых, давайте скинем патроны ненужные. Вот эти у нас есть, это мы скинем. Да блин, 340, я думаю, нам хватит потрошек. Или давайте вот еще 100 штук закинем, чтобы было 440. Тяжелые нам не нужны. Топливо мы возьмем, 100 гранат, 78, давайте вставим запас. Эй, подожди, стой, 100 штук, в принципе, нам, думаю, хватит. Вот, это мы для генератора. Это мы сейчас выложим. Все, в принципе... В принципе, пока что и все. Ваш реактор приближается. Никуда он не приближается. Не начинайте мне тут сочинять. Нормально все будет. Что ж. Фосфор, ты где? Вот он. Закидываем сюда. Делаем так, чтобы он переработался. Красненький. Вот он. Все, включаем. Перерабатывайся. Перерабатывайся. А мы пока пойдем посмотрим. У нас какое-то задание обновилось. Не обновилось, а выполнилось. У нас же постепенно есть вот эти задания по уничтожить цели. Вот, давайте посмотрим, что там. А, какие-то ресурсы мы еще отправили. Какие? Странно. Я вроде все принял. Ну-ка, давайте посмотрим. Ладно. Ну-ка, что тут? 250. Отличненько. Нам денежки сейчас катастрофически нужны. Так, тут у меня все выполнено. Security task complete. Ну-ка, 175 пойдет. 150 пойдет. Вот, нам уже еще 50 уничтожить. Офигеть. Охренеть просто. Зато 1255 есть. И у нас, смотрите, кстати, да, друзья, еще забыл сказать. Тут блок
блок по вооружению. Смотри, у нас вот есть, есть. Это вот есть. Вот сосна, пушка Т-12. У нас вот сейчас стоит Аврора. А сосна, пушка, смотрите, у нее получше, параметры, только скорострельность, конечно, да, не очень. Да, вдвое меньше, чем у Авроры. Но зато, друзья, смотрите, у нас соосная, и урон у нее все-таки побольше будет. Загрузка реактора 11, тут 10. Ну, в принципе, это херня. Если мы себе сделаем кабину жнеца либо краба, то это вообще можно забить. Слушай, ну, надо будет это разблокировать. Офигеть, стоит 625, жесть. И, кстати, тут еще я находил... Офигеть, пулемет шквал, мы до сих пор не разблокировали, жесть, да? Тут еще какое-то я орудие находил. Во, навесная винтовка. 260. Мне урон еще больше. Навесная пушка способна открывать куски, блоков техов, введя прицельный огонь тяжелыми снарядами. Значит, почему я сюда не воткнул эту сраную турель? Вот эту вот, да? Во-первых, против растений с этой турелькой воевать это практически бесполезно. Это, во-первых. Во-вторых, она, сука, не становится ровно посредине. Я не могу, меня бесит, когда вот что-то неровно, несимметрично или вообще вот жесть. Поэтому это нужно переделать технику. Либо ставить ее с края, ну, блин, опять-таки, не люблю это. Давайте соберем ресурсики. Соберем. Фосфор там, я думаю, уже переработался. Давайте посмотрим. Да, один штук остался. Выключаем. Так, фосфор, ты где? 14, забираем. Блин, ну, фосфор, короче, жесть. Так, закинем его сюда. Переработаны. Все, еще 5 штук. Это получается, они из 5 делает 5. А, ну да. Да, 5 штук. Ну, дождемся окончания и тогда все. В принципе, поедем. Нам, думаю, вот этого количества за глаза хватит. Забираем. Того 84. Вполне хватит. Все, друзья, я готов. Надеюсь, я ничего не забыл. Самое главное, патроны, друзья, патроны. Ну, а тут у нас Аврора стоит, она это энергетическое оружие. Ну и одна пукалка, 440, я думаю, нам за глаза хватит. Плюс там еще противники будут, мы будем у них отжимать. В общем, сейчас самая главная моя цель — найти какую-нибудь базу в этом биоме. Очень хочу найти базу. Я думаю, там ресурсы будут не просто обалденные. Ну и плюс ко всему, просто исследовать, посмотреть, что там за биом. В принципе, болотный уже весь проехал. Большая территория, ну, нашло только там одну базу. Может быть, конечно, что-то они там не доездил, может быть, еще где-то база есть. Но вроде как я весь остров объездил. Осталось нам проверить зимний биом. Вот там я вроде объездил все. Там неинтересно. Поедем сейчас в эту сторону. Да, куча обломков. А, кстати, да, сразу обуваемся. Чтобы у нас было тепло. Но у нас, а как я уже сказал, да, у нас относительно тепло, минус 44. Ну, наш броневик это выдерживает. Так, он гоняет пацаны, но пока что не хочу на них особо останавливаться. Сейчас мы поедем в эту сторону, тут за, прям за горой. Есть такое противное место, там очень много вот этих сраных растений, которые плюются, их прям там очень много. И вот надо с ними немножко повоевать. Потому что они меня взбесили очень сильно. Я там сколько раз приезжал и отхватывал люлей от них. Там помимо этих растений еще очень много противников. Если у нас там есть растения, значит там у нас есть что-то интересное. Ну, как раз таки вот эти вот камни. Камни, где у нас хранит этот, добывается титан и вольфрам. Да, обломков тут куча, пока что не буду ничего собирать. Смотри, он в гору прям стреляет. Этот там вообще разобрался. Ну, он походу на кактус сорвался. Блин, ну с этими придется повоевать. Повоевать, потому что они мне сейчас не дадут покоя. Главное, аккуратно. Блин, там эти приехали. Этот мелкий жмых, в принципе, можно... Да, видите, как на льду очень плохо техника управляется. Прям невозможно плохо. Честно, ну, пока не хочу даже твою игру смотреть. Поехали потихонечку, сейчас проедем. Они меня вот на ту не... Вот, лед, друзья, очень тяжело на внедорожными шинами там ездить. Так, ладненько, пока что нормально, следим, самое главное, за этим куполом, тепловым щитом, или как это еще назвать. Вон, пацаны, там уже серьезные пацаны стоят. Да, вот видите, у нас замерз, бедолага. Нет, кстати, еще не серьезные. Вот серьезные попадаются вот там. Ой, да, вот это серьезная, которая
О, тихо, тихо, тихо. Обуваем щит. Кто-то стреляет в нас такими... Короче, зенитными херовинами. Вот это стреляет, вот это, да. Да, нехило так стреляет он. Прямо сказал, жесть. Еще плевалка тут, спасибо, пожалуйста. Так, плевалка. Я колесо проэтовал. Слушай, мне кажется, надо сделать временную базу где-то здесь, в этом районе, потому что... Я не хотел использовать ремонтный комплект. Так, одного разобрали. Сейчас. Да, тут такое ощущение, как будто целая война прошла. Тут очень много обломков валяется, ресурсов всяких. Ну и противников много, что ж, FPS проседает. Вот она стреляет, сука, надо сейчас... Да что там сзади пукаешь, стреляешь, подожди. Не до тебя. Я даже на этом льду хрен могу развернуться. Вот даже шипованные колеса не совсем справляются. За своей задачей. Да, да, правильно, по своим стреляем. Пацаны, ну чё, кружитесь, не пойму. Ладно я, у меня там это... Бля, вот, сука, бесят. Так, нифига себе, третий ремонтный набор мне из-за схода, он серьезно. Поехали сюда. Да, друзья, печально все тут. Короче, надо сделать такие арты. Это получается... В принципе, у меня углерод есть, там вроде железо еще нужно. Да пошел ты в жопу стреляешь там в ущелье, стоишь в тепле, блин. Все, у меня уже все болтается. У меня уже колесо одно потеряли, замечательно. Сейчас, мне кажется, мы даже не доедем. Сука. Ну, падлы. Ну, все, я сейчас возьму пушку. Меня они забодали, короче. Ух ты ж, а у меня еще ремонтный набор был? Серьезно? А как, где он был? Так, прикольно. Вроде все три у меня были использованы, а почему-то я использовал еще один. Ладно, возможно, какой-то баг. Сейчас что мы делаем? Сделаем тек-ярд. Это железо нужно, да? Тек-ярд. Блин, а тут нифига себе, тут уже ресурсы. Ладно, друзья, короче, пойду домой. Тихо. Главное, доехать теперь до дома. Поехал я домой, возьму, наверное, ресурсов. Мы где-то здесь временную базу сделаем. Ладно, друзья, смотрите, все-таки мы успели отжать ракетную установку. Вот она у меня есть. За мало меня не отправили на переплавку. Ну, ладно. Короче, я сейчас, наверное, все-таки поставлю пушечку. Да. А вот это мы, наверное, все-таки, знаете что, не будем далеко убирать. Просто скинем сейчас себе в инвентарь. А сверху поставим турельку. Потому что меня, честно, не взбесили. Ну так, ну будет немножко смещена. Надеюсь, главное, ничего не цепляет. Не, ничего не цепляет, нормально. Может быть щиты, но щиты уже некуда сувать, потому что у нас емкость реактора все уже 134, это уже предел. Тогда мы забираем потрошки тяжелые, это у нас вот 250, нам за глаза хватит. А что там нужно для... Да, что нужно? В принципе, мы сейчас прям сразу это сделаем. Железо, медь, углерод, это все переработанное, кроме меди. Кроме меди, поэтому медь мы берем отсюда. Кстати, тут был стронц где-то у меня, вот выкидываем это, выкидываем. Все, делаем эту шляпу. Углеводородный генератор, штуки 2. Это чисто для базы. Кстати, вот этих штук надо сделать. Короче, надо взять железо, углерод. Я понял. Значит, делаем 2 реактора. И делаем вот такие еще блоки. У меня немножко есть. Но запасом еще штук 10 надо сделать. И посмотрим все-таки, что нужно для постройки вот этого купола. Титан 12. Блин, а вот мне кажется, нифига. У нас 49. Это получается, если на 3 поделить. И... Хотя, может, и сделаем. Почему? Так, стоять. Медь, золото. А может быть, титан у нас есть в утилизаторе. Сейчас поищем. Медь, золото, вольфрам я взял. Титан 12. Ну, титана тут, мне кажется, нихера нету. Натрий. Я даже не знаю, как он выглядит. Титан этот. Утилизатор забит. Кремний. Нет, скорее всего, нету. Я тоже тут нихера его не вижу. Надо, короче, часть этих ресурсов позабирать. Иначе у нас утилизатора некуда будет все скидывать. Ладно. Пойдемте возьмем этот сраный титан. 49 штук. И обработаем его. Так, титан еще ни разу не делал. Это у нас он, вот он, да? Титан 3. Включаем. 10, 11, 12, 13,
14, 15. Ну, нормально. Все, остался у нас один Титаник необработанный. Выключаем. Забираем его отсюда. Заодно посмотрим, как он реально... Вот он, 16, я понял. Все, ресурсы все есть. Строим тогда вот эту шляпу. Все, забираем ее себе. Да, много места занимает. Сюда не сможем? Нет, не сможем. Так, тек-ярд есть. Платформы, если что, есть. Три угольных генератора. А углерода давайте возьмем, кстати говоря, да. Что ж, едем сделать временную базу на зимнем биоме. Даже если мы, получается, нас уничтожат, мы можем там возродиться рядышком. Поехали быстренько забрать свои ресурсы. Что ж, пацаны, готовьтесь. Папка едет. Он очень злой. А че ресурс-то не скинулся, а? Зачем нам вот это вот все с собой? Тем более редкие ресурсы. Не. Друзья, поеду домой быстренько. Сейчас все скину. Встретимся уже там, в этом холоде. Ну что ж, давайте где-нибудь расположим вот эту временную базу. Вот там, наверное, ближе к... Ближе вот сейчас на возвышенное заедем. Там, наверное, расположим. Чтобы, ладно, противников не было. Они меня, чтобы не отвлекали тут от этой всякой работы. Жаль, что вот я помню, что в первом третече там уже турельки было делать и различные там защитные сооружения, а тут такого, блин, нету. То есть тут строишь базу и, короче, все. Вот надо стронцы вот с этих вот подобывать. Так, короче, ну давайте где-то здесь, наверное, организуем базу. Сука, противники, падлы, катаются. Так, начнем мы, как всегда, с платформ. 10 штучек. Эй, стоять. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Допускай будет 10. Не знаю, хватит ли этого количества. Во-первых, нам нужно тек-ярд установить. Где-нибудь давайте повернем вот сюда. Во, замечательно. Все, теперь у нас, кстати, да, занимаем его. Все, замечательно, можем тут теперь ремонтироваться. Ставим реакторы, штуки 2. 1, 2. Блин, надо было, конечно, склад сюда воткнуть, чтобы все это дело углерод туда закидывать. А вот эта штука, что это? Альтиметр мы так и не скинули, да? И ставим вот этот регулятор. Ну, я не знаю, сколько он занимает места. А, вот, понятно. А, что ж, не знаю, пока что не будем, наверное, включать. Вот засуетился, блин, за малым сейчас не сломал себя. Все, сейчас блоки, видите, уже дрожат некоторые. Хотя можно было... Ну ладно, короче, сейчас мы туда в реактор закидываем углерод. Закидываем сюда углерод. Все, и сколько у нас жрет, получается? 100. То есть, получается, у нас на пике вот эти реакторы будут работать. То есть, ничего лишнего добавлять сюда нельзя. Так, что там у нас... Не пойму, никак не отремонтируются, что ли, блоки? Пацаны, ну какого хрена? Какого хрена сюда приехали? Не видите, тут базу свою развиваю? Сука. Вот не дай бог вы еще сейчас разрушите ее. Разнял пацанов. Четко получилось. Все, все. Потому что они хрен лезть на мою территорию. Все, пошли в жопу отсюда. Давайте сейчас починимся и поедем дальше. Короче, тот кто-то хочет явно нарваться на проблему. Все, мы даже с помощью обычного лазера его взяли и разобрали. Все, друзья, ну-ка давайте просто одним глазком хотя попробуем включить вот этот котел. Так, Restore Grid Power. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Уезжаем. Я не думал, что так все резко будет. Ну да, нехило такой купол, прям вообще нехило. Но надо сейчас пока что выключить. Сейчас обедем с этой стороны. Мне сейчас пока что это не нужно. Выключись, во. Все, друзья, поехали. Раздадим триндюлей. Надеюсь, раздадим этим пацанам, которые нас там чуть не разобрали. Все, я готов, я злой. Пушечка моя настроена серьезно. Сейчас мы этим... Пернатом будем устраивать темную.
Ну и помимо всего, можешь какие-то ресурсы будем давать. Скорее всего, это потом. Ладно, я сам буду этот камни дробить. А в основном эти камни вот с вольфрамом и титаном у нас находятся возле поливалок. Вот они, пацаны, стоят. Здравствуйте. Я к вам. Я вас просто тут разнял, да? Самое главное, этих зенитчиков, мне кажется, надо от них избавиться, потому что... Блин, я промазал, сами наладишь. Вон плевалки, там очень много камней. Самое главное, зенитчик, он вон он. Вон он. Пойдемте, оптимист. Вон он уже нацелился, блин, козел, мудак, конченый. Ну чё ты? Блин, офигеть. Опять меня разбирает. Но это, скорее всего, уже эти поливалки. Офигеть! Вы что творите, черти? Да, друзья, тут бойня просто целая вообще настоящая. У меня уже остался один ремонтный набор. Их тут прям реально море. Мне просто даже теперь интересно, если тут их дофигища, тут что-то скрывается интересное и полезное. Поэтому по-любому какая-то, может, база есть, может, еще что-нибудь они что-то охраняют. Да что ты будешь делать? Ой, это мои? Серьезно? Блин, зря остановился. Слишком вас много. Этот вообще на льду скользит. Блин, привалки, от них надо избавиться. Смотри, сколько их там много. Так, где-то еще зенитчик. Где-то еще, вон он застрял. Давайте от мелких пацанов избавимся. Так, есть, готово. Я что, без колеса? Серьезно? Это, походу, вот этот мелкий... Мелкая шерсть, короче, нам дают нормально. Вот он, зенитчик, вот он. Он, сука, спрятался в этой горе. Сейчас. Да, блин, серьезно? Ну, все, разобрали зенитчика. Поехали, друзья, я возьму ремонтный набор. Просто рисковать пока не буду. Едем, сейчас нужно срочно нам починиться нормально, восстановить силы. Вот, четко я сейчас спланировал операцию. Спасибо, пожалуйста. Еще в теплый биом заехали. Выезжай, ты тварь. Выезжай, сказал кому. Сука, конченые колеса. Надо ускорение их ставить. Да, офигеть. Короче, вообще не хочет наша техника ехать. А чё ж у них какие колеса, не пойму. У них же такие же, как у меня. А, мы еще без колеса. Не хватает восстанавливающих блоков. Замечательно. Ладненько, короче, крадемся кое-как до своей базы. Надо восстановиться и ехать дальше мстить. Все, друзья, я снова набрался сил, полностью починился. Три ремонтных комплектных набора у меня с собой. Так, задницу включаем, отапливать, да. Сидите, пацаны, грейтесь. Мне нужно избавиться от этих, которые все у нас тут. Надеюсь, они спавнятся. Что-то такое ощущение, что спавнятся. Блин, вот так в толпу бы зарядить вот этой ракетой. Блин, там плевалок немедленно, видите, как они херачат, просто я... Пускай они вон там пацанов лучше атакуют. Офигеть, я уже без колеса, жесть. Мне кажется, что-то там должно быть. Так, вон плевалки, но я от них, короче, никак не избавлюсь, я не знаю. С помощью турели это, мне кажется, бесполезно. Ты сейчас стрелял в меня? Так, сколько там? Раз, два, три. Пока давайте они отвлекаются, мы сейчас попытаемся... Блин, не получается, короче, мне это сделать. Может быть, вот этими ракетами. О, получилось. А ну-ка, давайте еще закинем. Все, отличненько, избавились, избавились. Нормально. Офигеть, кто там у нас взлетел, рассыпался. Вон еще одна плевалка. Блин, стронца забираем, друзья. Стронца — это вещь, тема. Все, избавились. Наконец-таки стронцы забираем. Что-то тут, друзья, будет. Что тут, мне кажется, сейчас начнется целая война. Хотя она уже началась. Главное от этого паразита избавиться. Который вот ракетами, сука, стреляет. Сука, твою мать. Ты что, камикадзе сраный? Я хочу проехать туда. Но там, мне кажется, что-то интересное будет. От этого чувака мы сейчас избавимся. Все, он полетел. Геть, там вот что-то интересное, пацаны едут. Ну, я хочу сюда прям проехать. Тут вообще лед. Просто лед и опять плевалки эти. Я не знаю, как тут вообще можно выжить в этом биоме.
Тут просто реально, куда ни сунься, везде эти сраные противники. Все, война просто, просто жесть. Тут, мне кажется, приехать только для того, чтобы повоевать. Туда не знаю, прямо не проеду, потому что поливалок до хрена. Очень до хрена. Может быть, если бы на большой скорости, конечно, если бы мы проехали. А давайте тут заедем, посмотрим. Может быть, с высоты получше что-нибудь рассмотреть. Так, аккуратненько опять поливалки. Блин, никакой базы пока что, друзья, я не вижу. Блин, тут какие-то скалы, я не знаю, мне кажется, тут нифига. Никакой базы нет. Зато есть теплый биом. Ну, давайте, короче, не знаю. Может быть, попробуем сейчас куда-то вверх проехать. Аккуратненько. Мимо вот этих растений. И аккуратно, не трогайте меня. Не трогайте, я просто еду. Так, 61. Блин, вот еще они, сука. А я застрял. Серьезно? Не, ну блин, с помощью турели, конечно, это жесть. Она вообще никак не справляется. Зря поехал, короче, на трех колесах остался. И мне кажется, сейчас даже не доеду до базы. Да. Ремонт и набор закончился. Жесть. Ладно, блин, хотел через верх проехать, а там тоже поливалки у нас. Как ни странно, друзья, даже на трех колесах я добрался до дома. Сейчас давайте починимся и подумаем план действий дальнейшем. Что ж, поедем сейчас прямо, посмотрим, что у нас там. Это уже какая по счету попытка? Третья или четвертая мы едем? Сейчас поедем прямо. Если слишком много этих плевалок, то мы, скорее всего, пушечку поменяем. Эта пушка хороша против противников. Вот тут у нас еще растения, как бы от них избавиться. Да, противники у нас походу спавнятся, потому что, видите, опять появились, суки. Ну что ты, куда собрался? И собрался, и разобрался. Вот этого мелкого тоже надо будет отрубить сейчас. Блин, опять этот гребаный ракетчик-то забодал меня. Еще главное кружится, падла вонючая. Братан, ты серьезно? Ты можешь остановиться? Че мы тут хоровод какой-то делаем? Сука, еще ты тут стреляешь. Одно колесо осталось у тебя. Бляха-муха, ну сука, ну вот ты тварь, а? Куда он делся, кстати? Реально, куда он делся? Только тут был. Ну хорошо, у нас дорога расчищена, поехали сюда. В надежде найти какой-нибудь... О, ресурсики халявные берем. Вот это там плевалок. Вот это жесть. Я даже не хочу туда заезжать. Там очень много плевалок, едем дальше. Давайте пока что ехать прямо, будем всех пока игнорировать. Я должен, обязан найти базу. Хоть какую-нибудь. Короче, я уже хрен знает, куда приехал, но тут уже море. Море, а это что за растения такие? Куст просто углеродный, да? И нифига никакой базы я не нашел. Я, в принципе, уже много мест объездил. Ну-ка. Так, а вот там что у нас за значок? Или я просто уже вокруг проехал, сейчас на базу свою обратно приеду. Блин, короче, тут все в плевалках этих. Вау-вау-вау, тихо, тихо. Можете, кстати, задавить вообще? Вот это отдача была. Так, друзья, я что-то увидел. Пацаны. Бля, пацаны, вы, короче, вообще оборзели, а? Я должен туда пробраться. Иди, вон тебя сейчас плевалка плюнет. Я что-то нашел. Какую-то хрень непонятную. Ну-ка, давайте мы сейчас аккуратненько тут спустимся, если аккуратненько получится. Ну, это не база, это что-то какое-то... Какая-то хрень непонятная. Если честно, друзья, я вообще заблудился, не пойму, где я нахожусь. Так, ну и что тут? Звездочка, куст. О, какой-то сундук. Крейт, содержимое 3, ну-ка. Ух ты ж, большая батарейка, большой груз. Это надо взять, это надо взять. Но это не то, что я хотел базу, конечно. Может быть, все-таки что-то не найдем сейчас здесь. Вон еще, кстати, один ящик. Вуаля! Навесная винтовка. То, что я хотел сделать. Охренеть. Ракетные боеприпасы. Берем это все, берем. Вот это берем, берем, берем. Берем все. Ну-ка. Если бы я знал, где мой текьярд еще находится, было бы вообще замечательно. Вообще замечательно. Так, что-то у нас все греется. Давайте посмотрим на эту пушечку. Для нее даже, видите, у нас крепление специальное есть. Вот, надеюсь, хоть она симметрична будет. Да, она у нас, получается, посредине еще становится. Так.
Ну, давайте все-таки пройдемся, посмотрим. Может быть, тут есть... Ага, еще один ящик есть. Замечательно. Вот он, ящичек. Вау, да ладно? Серьезно? Друзья, я нашел сокровищницу. Да. Класс. Ну, хоть что-то. Хоть не база. Пацаны, подожди. Стой, давайте спрячемся. Я не хочу снарваться. Блин, а тут этот сраный кактус замурованный. Сука! Обоссанный ты кактус. Нам надо, короче, отсюда линять. Я просто хочу потестить это новое оружие. Так, один ремонт остался у нас, да? Пока там пацаны меня ищут, мы вот эту турельчику убираем. Вот эту ставим. Даже знаете что? Мы, наверное, даже вот это убираем. Вот эту ставим и ставим вот эту шляпу. Блин, серьезно что ли? Да отвалите вы от меня. Что-то я не помню. Что-то пока никакого толка нет. Но она действительно разбирает блоки. Блин, мне кажется, все-таки турелька была покруче. Слушай, давайте поедем, поищем свою базу, потому что я уже, честно слово, заблудился. Заодно, может, по пути будем с кем-то воевать. У нас, видите, все блоки подсвечиваются, они на... Пускай восстановятся сейчас. Ну, вроде остановились. Короче, давайте теперь что мы делаем. Наша база, скорее всего, там. Видите, у нас индикация горит. Ну, это в натуре какая-то винтовка. Ну, что-то я пока что не могу найти применение. Она нифига никого не разбирает. Той турелькой мы хотя бы кого-то уничтожали. А тут что-то вообще никого не получается уничтожить. Куда вы делись, пацаны? Ладно. Все, наконец-таки, друзья, я нашел свой дом. Вот он. Офигеть, я вообще, значит, получается, далеко очень ехал. Я ехал, честно, на минут 10, чтобы найти свой домик. Итак, короче, сейчас мы восстановимся. Немножко разберемся, как работает эта пушечка. Но она, мне кажется, какая-то в натуре винтовка. Так. Как винтовка. Ну-ка, давайте-ка посмотрим. Во-первых, что это за крепление такое интересное? Для артиллерийского оружия. Но это вот, мне кажется, уже для этой штуки будет. Да. Тут у нас получается урон нормальный у ней. Причем даже, ну, вдвое меньше у этой, но все равно, ну, больше, чем у этих пуколок, которые у нас стандартные были. Тяжелые боеприпасы тоже напитаются. Ну, я не знаю. Я, конечно, не знаю. Давайте сейчас вот пока что вот сюда воткнем. Это сюда, только их ногами почему-то мы расположили. Вот, поставим вот так. Поставим вот так, ну и давайте кого-нибудь тоже атакуем. Мы, в принципе, возле базы, ничего страшного, с нами что-то случится. Так, ну вот. Скорострельность только радует. Тихо, тихо, кактусики, подожди, стоя. Отъезжаем, отъезжаем. Ну она какая-то непонятная, винтовка это. Вообще непонятная. А, нет, может быть надо несколько их ставить, я, конечно, не знаю. Ну, одна что-то вообще вот, даже вот против хиленького противника ничего не могу поделать я. Ну, сколько у него стреляем, вообще по барабану. Да, проще все-таки гранатами добить. Короче, непонятная хрень. Наверное, все-таки буду использовать дальше вот эту турельку, потому что, ну вот эта снайперская винтовка, чья навесная винтовка, блин. Какая-то слабенькая. Я думал, что-то интересное, но мне больше понравилась вот эта штука. Где вот эта с двойной пушкой. Если что, то лучше ее будем разблокировать. Где она есть? Наверное, прямо сейчас разблокируем. Вот она, соусная пушка. Все, разблокируем, короче. Короче, друзья, я думаю, мы весь этот биом объездили. Базы тут не нашел. Я нашел только заброшку, где классные ресурсики были. Я все это себе отжал, естественно. И знаете что, ну опять-таки у меня остается выбор, какую кабину сделать, либо жнеца, либо краба. Поставить туда эти соусные пушки, которые мы разблокировали, проверить их. Вот, ну давайте сейчас, потому что мне нужно реально куча ресурсов собирать, фосфора того же нужно тоже куча собрать. Мы временно так приостановимся по прохождению, а начнем проходить игрушку Гидронир. Поэтому вот эти вот серии по Терротеч немножко будут реже. Ну, во-первых, потому что я тут уже много чего прошел, много чего сделал. Короче, давайте, друзья, на этом будем сейчас заканчивать. Всем спасибо за просмотр. И увидимся в следующих видосиках. Всем покусечки.